Коробки с молоком, сухие смеси, банки с пюре. В детской поликлинике номер 3 приготовлено все для заботы о маленьких жителях городского округа. Чтобы получать продуктовые наборы, родителям малышей достаточно прикрепиться к ближайшей молочной кухне. Юлия уже второй год приходит на улицу Москвина за материальной помощью. Выдают на ребенка молоко, соки и фруктовые пюре. Ребенку, как для перекуса, по-моему, это очень даже достаточно. И, ну, естественно, не включая то, что ребенок ест уже обычную пищу. А так, нет, нормальные наборы, и все очень удобно. Получать полезные лакомства раз в месяц могут беременные и кормящие матери, а также дети до 3 лет. Эта долгосрочная акция появилась благодаря сразу двум программам – государственной здравоохранения Подмосковья и муниципальной под названием «Социальная защита населения городского округа Химки». Мы получаем уже готовое, уже адаптированное питание для определенного возраста детей. То есть разработаны рецепты согласно потребностям ребенка. Не все городские округа могут похвастаться такой заботой. Наша администрация очень заботится о детях своего города, своего района. Мы все получаем вовремя и в нужном количестве. Всего в Химках действует 7 молочных кухонь, которые обслуживают около 7 тысяч человек. Узнать адреса пунктов, прикрепиться к программе и даже выбрать онлайн подходящий продуктовый набор можно на сайте услуги.мосрег.ру. Также действует телефон единой справочной службы 8 800 550 50 30.